биссектриса угла при основании равнобедренного треугольника образует с противоположной стороной угол 75 градусов. Определите угол при основании треугольника. Образует с другой стороной угол 75 градусов. Единственная проблема. А вот может ли так быть, что картинка будет вот такая? Боюсь, что может. Хотя, с другой стороны, надо проверять. Дело в том, что когда две прямые и образуют угол 75 градусов. Да. Я могу говорить, вы это дополняете. Давайте сделайте. Да. Обозначим этот угол альфа. Да. Значит, вот этот угол это 2 альфа. Да. Значит, угол 2 альфа это равно... Записать? Пишите, да. 180 градусов, 180 градусов, поделите на 3 и умножить на 2. Так, градусов все-таки, да? 75 градусов. Так, 180 минус 75, кто не знает? 105. 105 разделить на 3. 105 разделить на 3. 35 умножить на 2. 70 градусов. Ну, хорошо. Так, здесь. Здесь внешний угол 75 градусов. Бета напишите. Да, бета. Да. Это 2 бета. Следовательно, 75 делим на 3 будет 25. Вот это 25, значит, это 50 градусов. И секунду. Внешний угол равен сумме... То есть 3 бета равно... один угол шестиугольника прямой, а все другие равны между собой. Что это за угол? Шестиугольник? Да. Есть шестиугольник, один из углов которого оказался прямым, то есть 90 градусов. Я могу. Пожалуйста. Это 6. Это все понимают, да? Да. Потому что просто он состоит из четырех треугольников. Да. И градус. Задач насчет углов, но